Концерты, конкурсные программы, театрализованные представления. В Тамбове стартовали новогодние утренники. Они продлятся до середины января. Одними из первых маленьких горожан начнут радовать артисты Тамбовского молодежного театра. Юные зрители начнут погружаться в атмосферу сказки еще до начала спектакля. Для них в камерном зале будет разыграна интермедия с участием сказочных героев. С 21 по 30 декабря «Волшебство и превращение» дети увидят спектакли «Щелкунчик» или «Где орех Каракатук». А в период зимних каникул для семейного просмотра театр предлагает музыкальную погоню за дружбой, праздником и Новым годом в постановке «Ежик и елка». Взрослая аудитория также не останется без внимания. Спектакль «Ночь перед Рождеством» позволит зрителю стать участником театрализованного представления. Нам хочется для зрителей и в фойе театра, и в камерном зале создать атмосферу именно вот той гоголевской истории, той гоголевской фантастики. Немножко вот вернуться в эту деревню, в этот поселок, попробовать именно вот этот вот рождественский ужин. Нам хотелось бы, чтобы вместе со всеми жителями города мы смогли вместе отпраздновать и Новый год, и Рождество. Сегодняшний день стал отправной точкой для театрализованного путешествия. Осталось только купить билет и устроиться поудобнее в зрительном зале.